Сколько стоит? Он зарезервирован уже, представляете, гады какие-то выкупили. Ну, манит меня это зеркало, конечно. Я перешел теперь вот на такую туалетную бумагу. И вот это очень классно. 70 евро, металлическая. Распакуем, посмотрим. Ищешь выход? Нету, от папочкина любви нету выхода. Нету. Я, конечно, не призываю вас к богохульству. Ну, давайте, за 1 000 000 подписчиков. Крошки мои, я по вам так скучаю. Крошки мои, донаты не получаю. Просто. Так, я на задании найти себе кресло. И прихожу, а тут такой красивый ковер, да. Думаю, сколько стоит? Он зарезервирован уже, представляете, гады какие-то выкупили. Но красивый, красивый. А кресел красивых, наверное, нету. Так, вот тут вот внизу вижу всего лишь за 108. Ой-го, сколько ты по размеру? 160 на 230, хороший размер. Да, ну вот такой вот у него рисунок, в принципе, подходящий. Больше так особо ничего не вижу, что чтобы мне понравилось. В прошлый раз, что ли, с кожей еще видел. Кожаный. Я думал, может быть, кожу тоже внести в интерьер. Так, смотрите, вот он. Он круглый. Из кусочков квадратов кожи с шерстью. 165 евро. 50% скидка. А диаметр у него 150. Ну, довольно-таки хороший. Диаметр там, где кухня. Сейчас я его расстелю по полной. Я хочу услышать ваше мнение. Под интерьер он подойдет, конечно. Не знаю, насколько круглое туда. Я все-таки не вижу там круглое. Я только все-таки вижу там прямоугольное, чтобы, потому что круглого там ничего нет. Но очень красивый он, рисунок такой симпатичный. Так что кому надо, девочки, мальчики, это не реклама. Alain Deco. Может быть, начнет со мной сотрудничать когда-нибудь. Вот эта девочка сказала, что это считается за дефекты. Потому что здесь типа дефектов нету, но они будут. И это 250. Распакуем, посмотрим. Рисунок симпатичный. Ну да, там что-то вылезло. Дефект. Да, 60%, поэтому. Ага, вот он тут. Ну, что-то по факту можно, конечно, что-то придумать. Ну, а если придумай? Если придумай. Симпатично, мне нравится. Такой интересный у нее этот, конечно. Ну, понятно, что он будет развязываться, наверное, конечно. Я не знаю, может быть, как-то можно заткнуть. Ну, ну, либо не срезать, Срезать не советую. Срезать нельзя. Как-то обратно туда, ну, вот взять ее. Ну, вот я тоже думаю, что надо чем-то просто придумать и обратно. Ой, какая девушка милая. Говорит, приезжайте завтра, у нас будут новые цены. Представляете, я же сегодня приперся. А что сегодня приперся? Надо было завтра приезжать, Феликс. Вот на такое кресло я сел. Оно подходит под то зеленое, правда? Оно подходит, конечно. Ну, вроде, но оно такое, но это кухонное. Это не совсем, чтобы работало. Ну, они, конечно, ножки вообще просто как стол. Оно бы идеально, конечно, вписалось. Ну, слушайте, ну, 81 евро, это не так дорого. Можно взять. Завтра приеду, посмотрю, может, там уже будет 50% скидка. Правда. И все. Я, конечно, не призываю вас к богохульству. Сам не богохульник, но вот, знаете, вот что-то вот в этом есть. Такой поп-арт. Украсила бы такой современный интерьер. Это бы украсила. Что понедельник это? Я в понедельник снимаю. Торговый центр Моллс. Нигде поесть. Рай для интроверта, рай для интроверта. Она мне сказала, что в этом магазине тоже будут. Это не аутлет, там аутлет, а это не аутлет.
Аландека. Тут тоже будут скидки, они сейчас везде меняют цены. Какая пандочка. Красивая. А вот оно без скидки. А что оно там со скидкой, а здесь без скидки? Что-то тоже какой-то дефект был, ну вроде не было ничего. Еще симпатичный ковер нашел, смотрите. Вроде как минималистичный такой, но очень приятный. 229 евро, 160 на 230, мне кажется, он больше. Что он какой-то очень большой. Первый раз такое вижу. Но не кораблик по Даугаве. Он здесь живет. Развесил свои одежды там. Матрасик на полу у него и живет под мостом. Представляете? Все, не смог я с одной рукой проехать. Страшно, блин. Упасть здесь не хочется. Целебашня. Здесь обычно учат вождению. Первый урок здесь проходит. Я считаю, что это очень классно, потому что водитель, он сразу привыкает к дорогам. В Перли Аутлет заехал. Смотрите, для ноутбуков. Вот это вообще шикарно. Ловите, очень стильные. Это пластмасса Norman Копенгаген. Вот это очень классная. 70 евро, металлическая. Ну, под специфический интерьер, но это классно, это классная штука. Вот такое красивое покрывало на кровать. Кто у нас тут? Вествинг. Ну, дорого, 140 евро. Кто меня захейтили, что у меня неубранная кровать всегда у блогера. Ну, а где мне вот лишних 140 евро взять на такую? Классная, конечно. Работать мне еще. Ну, манит меня это зеркало, конечно. Что вы думаете? Над компьютером повесить. Выглядит, конечно, очень стильно. Две половины. Одна выше, другая ниже должна висеть. С разъемом таким. Единственное, что, вот понимаете, вот этот вот разъем, он должен быть идеально. А здесь он не идеально. Я понимаю, что он висит, может быть, там, ну, не так, как супер надо, но вот вопрос, а что если оно не повесится так, как чтобы было идеально ровно? Я же сойду с ума смотреть на неровную вот эту вот штуку, понимаете? 170 евро. Ну, шикарная. Вот такой вот мне понравился. Очень плотный. Ну, что-то и скидочка какая-то бедненькая. Бедненькая, несчастненькая. Ну, посмотрите, какой плотный такой. Немножко с блестящим эффектом, не знаю, камера передает либо нет. Но такой плотный. Ну, что-то мне цена не очень устраивает. Размер хороший. Я в прошлый раз на второй этаж не поднимался, а тут посмотрите, сколько всего. Какой классный диванчик. Он бы мне, наверное, бы понравился, я бы его купил, нежели тот, что у меня. Этот чуть пошире. Я хотел с тонкими, именно с тонкими подлокотниками, чтобы он встал там, где сейчас зеленое кресло стоит. Смотрите, какие винтажные Vogue. Да. О, какие золотые. Золотые барные стулья. Вот, очень дизайнерская такая штука, конечно. Украсит интерьер. Вот аж находочка. Так находочка за 170 евро. Это ж вот это вот вообще супер классный дизайн. Но я не хочу ругаться. На тебе ж неудобно сидеть. Надо на подушке сидеть. Что ж на этом пластике-то сидеть?
Но это круто. Это круто, блин. Они дорогие, картель. 170 евро, ё-моё. Как на троне я. Видите, не видно, что я на чем-то сижу, а я как на троне. Очень удобное, конечно, кресло и подлокотник есть. Вообще очень классно. 170 евро за стол, блин. Но она очень много займет внимания на себя, потому что она черная. Она же черная. Блин, чуть не разбился. Не удержался я. Ладно. Грешу. Грешон. Но это называется печенье миллионеров. Я же буду миллионером, правда? Миллион подписчиков. Ай, так, руками буду есть. Ну давайте, за миллион подписчиков. Что? Твоя ноша не тянет. Готовы к примерке? Крошки мои, я по вам так скучаю. Крошки мои, донаты не получаю. Но быстрая распаковка из Тэму. Очень быстрая будет. Сейчас вам покажу. Наконец-то я купил штуку, которую я уже не мог купить. Сколько? Сколько я сюда уже приехал? С мая, считайте, да, и я все забываю это купить. Уже столько у меня было покупок с Тэму, и все забываю, забываю. Ну, конечно, я купил. Сейчас я быстренько все распакую, все быстренько соберу и сделаю маленький краткий обзорчик. И уже сидит и ждет, чтобы запрыгнуть. Без тебя распаковку делаю. Иди сюда! Иди сюда! Кто пытался скрыться? С места преступления? А кто пытался скрыться? Ищешь выход? Нету, от папочкина любви нету выхода. Нету! Потому что... Потому что папочка тебя любит. Ма! Деда! Деда моя! Давай покажемся. Какой ты. Длинный мой колбаску. Так, ладненько. Первый раз заказываю губки. Заодно вот прямо при вас беру старую губку. Выкидываю. У меня, кстати, такая вот неприязнь к старым губкам. Не дай бог общественного пользования. О, короче, для меня ужас просто. Так, ну что, как губочка выглядит? Выглядит как обычная губка, там набор, в принципе, он дешевый был. Там у меня какой-то промокод был, короче, все бесплатно, Нормально. Давай. Она, кстати, а почему? Видите, такого нейтрального цвета просто. Выпадает из рук. Ну, как бы сюда так, знаете, подходит. Она будет, не будет так... А то они все какие-то, знаете, розовые, синие, желтые. Прямо, чтобы эту губку надо было, чтобы она прям светилась. Еще скоро начнут делать со стразами, наверное, знаете. Чтобы ты никогда не пропустил, что у тебя губка есть на кухне, где-то лежит на раковине. Меня так раздражает. Нельзя сделать какие-то нейтральные губки. Зачем вот это вот? Покупаешь, вот вся радуга там в пакете у них. Я не понимаю, если честно. Так, вот эту штуку я ждал. Это, короче, как она называется? А у нее есть название вообще? Формочка для льда. Ну, короче, нету одного... Посудомойку сначала. Сначала в посудомойку. Пахнет она не очень. Ну, посмотрим. Кругляшками должны быть эти, уже не кубики, а кругляшки льда.
Мы посмотрим. Так, ну сначала это дело надо помыть, потому что что-то пахло это не очень хорошо, если честно. Так. Каста сыр. Резиновые наклейки под мебель. Почему резиновые? Ну, вы знаете, мою существенную проблему — это то, что соседи, пяточники, когда ходят, то трясется весь дом у нас, да. Резина хорошо задерживает вот эту вот звуковую волну. Не звуковую, а ударную. Вот, поэтому заказал. Стоили вообще сущие копейки. Сейчас начну наклеивать. Вот единственное, что как вот наклеивать под кровать, я, если честно, не понимаю. Может, Колю позвать, чтобы он подержал. Я там залезу. Начну как. Ну, что-то будем придумывать, короче. Игрушка. Ну иди, игрушка ж тебе заказана новая, ну. Алло! Бандитас! Бандитас! Игрушку, блин, не открыть прям вообще. А где ножницы? Здесь? А, вот они. Я же открывал. Будет ли он играть игрушку? Алло! Алло! Что это такое? Ну-ка! Что такое? А? Что такое? Ай, новая игрушка. Ай, новая игрушка. Новая игрушка. Новая игрушка. Ну, видите? Хоп! Ну, вроде там такая натуральная, ниточка перевязанная. Погремушечка такая. Ну, хоть немножко проявляет активность какую-то. Ну, давай, чуть-чуть поиграйся. Засранец, блин. Засранец. Только с папой играться. Ладно, что там еще осталось? Самая главная покупка я сейчас соберу и вам покажу, как это все будет выглядеть. Тут надо немножко помучиться. Ну вот, ура, наконец-то. Наконец-то. Счастливый момент пришел. Липкая лента. И такая штучка. Господи, как тебя взять правильно, чтобы всем было видно. Для губки. Губка-невидимка. И вот сюда вот ее надо будет приклеить. А, как классно! И вообще не будет видно теперь, губка не будет лежать. Вот эта штука классная. Заказал аж две штуки. Еще я заказал набор черных перчаток. Ну, не буду сейчас распаковывать это так. И тра-ля-ля-ля-ля! Ну, потому что очень тяжело, девочки и мальчики, открывать винишко разными способами. Это когда надо там поворачивать бутылку, вдавливать пробочку. И мне хотелось штопор, чтобы был черного цвета. Потому что у меня все черное, понимаете, на кухне. Чик-чик-чик-чик. Ну, надеюсь, какое-то время прослужит. Проверка пришла. Проверка пришла. Тем временем опять полицию вызвали по припаркованным нашим джипам. Кому-то не спится. Но я знаю, кому не спится. Она прямо сейчас наслаждается. Ну, пойдем показывать, что у нас получилось. Пойдем. Пойдем, не сюда иди. Иди сюда, показывай. Та-дам! Я заказал еще одну такую же одинаковую штуку. С одинаковыми этими штучками перешил сейчас их, потому что они, к сожалению, были на сантиметр больше. Пришлось отрезать, перешивать эти штучки, ну, то есть делать идентично, как там. Все черное. Ну, выглядит сейчас намного лучше, кстати. Правда? Вам кажется, что лучше выглядит? Кстати, вот эту вот штуку, мне кажется, ее надо отлепить. Я вообще не понимаю, зачем это. Господи, хоть бы не развалилось бы тут ничего. Единственное, что вот сюда еще какие-то такие шкафчики надо придумать. Не то, что шкафчики. Ой, не до конца. Сейчас надо заделать. Подождите, ну это можно и одной рукой сделать. Ну все, финальный вариант. Выглядит лучше, конечно. Осталось
Еще черные шкафчики. Ну, не шкафчики, как надо что-то купить такое, чтобы не было этих баночек видно. Теперь у тебя тоже там есть шкафчик отдельный, с твоими всеми письками, там, мимиськами, с твоими вот этими гранулами в твой дорогущий японский туалет. С пеленочками твоими. Все, у тебя вот там вот теперь есть. Это чисто твой. Чисто твой. Кстати, раз уж пошла такая тема, я вам поделюсь, что я перешел теперь вот на такую туалетную бумагу. Да, их можно смывать, и они мягенькие. Они мягенькие, так, чтобы попочка всегда там была. Что ты там? Что ты сейчас? Что ты там хочешь? Что ты? Он просто хочет, ну, не хватает внимания ему, видите? И он будет делать все, чтобы это внимание привлечь. Вот я вас привлекаю внимание к вашим попочкам с алоэ. Решил попробовать. Они были на скидке в Максиме. Очень классные, кстати. Попочка радуется. Радуется? Ну, да. Все. Ты доволен жизнью? Что у тебя свой шкафчик появился теперь? М? Да, и показываю, как теперь невидимо. Та-ра! Та-ра! Что грязно там, а? Чуть не помыл-то я. Ю-ху! Ну и устроил я здесь, короче. Знаете, как я поменял вот эти вот на резиновые? Сейчас вы с ума сойдете. Вы такого никогда не видели. Я вам покажу. Так как держать некому. Да, я ставил постель на вот этот вот йоговский кирпичик, он приподнимался и там заменял. Вот, но с той стороны очень тяжело было. И я, значит, залазил сюда. Все, я даже покажу, как я залазил. Залазил вот так вот, хорошо иметь длинные ноги. Вот так вот, о! Представляете, как я залазил. Посмотрим, как сейчас будет. Пропылесосил здесь заодно. И сейчас я вылазить обратно. Хоп. Значит, вылазить обратно. Легче, чем залазить. Сейчас надо ее только заправить обратно. Чудо выпылесошивания. Посмотрите, вот так вот прямо. Вы видите там что-нибудь? О, это тяжело. Это тяжело тут пропылесосить. Ну ладно, все равно я пропылесосил. Но смотрите, вот эти вот две. Вот, опорные, да, такие опорные. Вот их заменить. Ну, уже навряд ли как-то получится, мне кажется. Потому что я как бы, ну, я пролезть-то могу под кровать, да. Но мне упора, ну, то есть мне же надо упереться и менять, ну, это нереально уже. Лайфхаки, ловите, столько лайфхаков сегодня. Так как я сейчас ее буду заправлять туда-обратно, то велика вероятность, что резина, она же, ну, не скользит, и они просто слетят. Поэтому я еще подложил картонку. И сейчас, значит, я понял такую вещь. Что когда здесь будут делаться панели, да, надо мастерам говорить, чтобы они как-то прорезинивали вот это вот низ, да. То есть снижали, чтобы звуковая волна, эта ударная, не шла. Потому что панели будут трястись. Ну, там какое-то перекрытие, там, да, перекрытие стены, и там, где пол, может быть, не скреплены никак, знаете, как они там слепили хуями. Извиняюсь, вот и все. Вот тебе и строители херачили. Да, все, давай папочка будет заправлять сейчас, давай. Еще заодно и немножечко гардеробчик свой разберу, как он. Блестяшка моя. На Новый год я был звездой, я звезда. А что, как по-другому? Или мое шикарное мини-кимоно. Как вам? Классно, мне кажется, правда?
Это тоже с тему. С рыбками. Рыбки к деньгам. Классно. А то лежат там. Может хоть походить куда-нибудь, как-то выйти. Только по жопе надо давать. Только я ее, только я. Уже смотрю, ест. Уже ест. Ест. Тебе есть нечего? М? Ну невозможно. Ну невозможно. По жопе надо давать. Все, короче, у меня тут такая пьянка пошла. Я все разбираю. Все перебираю. Все шкафы. Все уплотняю. Понимаете? А это вот помощник. Помощник мне. А день начинался так спокойно. Я достал масочку, которую я купил еще на бьюти там выставке в ноябре прошлого года. Думаю, ну что ж, коллагеновая анти-эйдж голд. Искали мне цену на нее, я помню, там 58 часов, по-моему. Да, ты уже спишь, а тут такая пляска пошла. Представляете, что я буду делать? Я прям буду разбирать. Вот это все мои там... Знаете, здесь просто понапихано всего очень много. Я сейчас разберу вот эти вот ящики и сложу так. Очень редко используемые, возможно используемые и часто используемые. Вот. Потому что сейчас идет прямо вообще у меня прямо зачистка. Зачистка у меня просто идет. Всего. Меня как всегда поражает, сколько всего выкидываешь. Помню, это еще из Стокгольма, представляете? Из Стокгольма я покупал. Маску она заплесневела, крем заплесневел, короче, ужас. А это узнаете кто? Кто с винишком? Так ты и ждешь, да? Когда же машинка появится, да? Ну, что тут, и тут лючу, и там лючу. Продаю освежитель воздуха, кстати. Будем продавать. Распродаем вещи, да. Аутлет. Аутлет Благиришки. Осталось только убрать из Вьетнама сумку. Но Алюми сейчас на нее прилег. Я не буду тебе мешать. Никто тебе не помешает. Никто. Никто, ты можешь наслаждаться своим дневным сном. Папа все убрал, столько места освободилось. Посмотрите, сколько мусора я еще. Представляете? Вот это вот все, оно просто хранилось где-то у меня, в моей комнатушке. Понимаете? Это вот все надо выкинуть. Я вообще в шоке. В шоке.